Перед началом пресс-конференции глава городского округа Орехово-Зуево прибыл с инспекцией на место проведения ремонтных работ дороги на 6-м проезде к станции «Крутое». Здесь планируется расширить тротуары, организовать парковку для транспорта, для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками. В местах выхода пешеходных дорожек на проезжую часть бордюр будет понижен до уровня дороги. Геннадий Панин проверил ход работ по строительству одного из домов для переселения граждан из аварийного жилья. Дом 10 по улице Кирова готовится к вводу в эксплуатацию. Завершены строительные работы, выполнено благоустройство прилегающей территории, завершается монтаж внутренних инженерных сетей и отделки. В 50-квартирном трехэтажном кирпичном доме будет предоставлено 980 квадратных метров жилья для граждан, проживающих в аварийном жилье. Расселяемая площадь при этом составит немногим более 690 квадратных метров. Глава города убедился в качестве выполненных работ, пообщался с директором строительной компании. Заселение планируется осуществить до конца этого года. Для людей, которые переедут сюда, это большая часть людей, которые сегодня живут в коммунальных квартирах, в комнатах 10-12 метров, они получат вот квартиру порядка 28-30 метров квадратных. Ну, я думаю, что это для них серьезные улучшения. Соседям, конечно, будут скучать. Но... В настоящее время на территории городского округа Орехово-Зуево в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда 2013-2015 годов ведется строительство на 4 площадках. Выездная пресс-конференция главы городского округа состоялась здесь же, в одной из квартир нового дома. Представителями средств массовой информации было задано более 10 вопросов, большая часть которых была посвящена дорожной тематике, благоустройству городских и дворовых территорий, строительству социально ориентированных объектов, ситуации по лесопарку «Мельница», готовности жилого фонда к отопительному сезону.